Старевеньки были пользователи сайта wagnerland.ru, а также подписчики музея мопеда Раритетовича. С вами Илья Механик и Татьяна, мой компаньон в нынешнем мега-челлендже майском 2016 года. И, в общем-то, одним из первых результатов второго дня трехчасового лимана стало вот отгорание клея накладок центробежного сцепления Piaggio. После вчерашнего получасового ночного лимана и плюс сегодняшнего доправки на наш полигон во время первого допа, по-моему, на третьем или четвертом круге, не помнишь какой. Пятый, может быть. Ну, может, да. Да, пятый круг, наверное, был у тебя. Этот, все, Piaggio перестал ехать и заглох. Я попытался быстренько разобраться. Смотрю, есть характерный звук дрын-дрын-дын и колебания под крышкой. И понял, что у нас проблемы со сцеплением. В общем-то, из-за того, что ездили на малых скоростях, вот, происходил перегрев, так называемый, и клей цианокриал, к которому были приклеены накладки, сдался. Все накладки отвалились, естественно, Piaggio ехать не смог. Вот такой вот результат лимана вчерашних полчаса и сегодняшних, сколько там, ну, минут 15-20, да, тут накрутили, не более. Вот. И все. Стелла сейчас заканчивается пит-стоп. Я уже проехал 5 допов. Время на доп начало сокращаться из-за того, что мопед перегревается, он у меня еще на обкатке. Вот, но осталось где-то еще час с небольшим катать. Я делаю перерывы по 10 минут. Получается, первые допы 2 у меня было по полчаса пробег, а потом уже где-то минут по 15-20 уже стал остановиться, только перегрев, я ее останавливаю. Как видите, по сравнению с вчерашним днем, Стелла уже доработана подножкой от мини-риги и остатков защиты. Поэтому она сегодня самостоятельная, и держать ее не надо. В общем, продолжаем наш мега-челлендж Днепропетровской колонны. Благодарю всех за внимание. Ждите продолжения. Да, сцепление. Включай. Сцепление выжми. Но. Ну, я не знаю. Пробуй. Отпускай сцепление, подгазовывай. Газуй! Челлендж 2016 майский подходит к своему завершению. На полигон начали приезжать автомобилисты. Становится тесно, да и я уже откатал сколько мог. Вот сейчас вот Татьяне дал попробовать, что такое на коробке проехаться. Она пытается, пока мы на первой передаче. Какой итог челленджа? Piaggio сдался на первых 5 кругах, не выдержал многочасовой гонки. Стелла начала перегреваться, более 20 минут она не может ездить. Где-то примерно 10-15 кругов. Да, от 10 до 15 я там сбивался со счета. Не могу точно сказать, сколько я проходил. И приходилось заезжать в пит-стоп наш импровизированный. Вон он стоит, Piaggio в пит-стопе. И остывать. Более подробный отчет сделаю в гараже. Пока спасибо всем за внимание. Ждите продолжения.